Как на телевидении. Меня зовут Алексей Авдеев, я работаю в компании Neuron Digital, сейчас будет следующий слайд про это. И я хотел бы с вами поговорить про API, про взаимодействие между фронтендом и бэкендом, про то, как мы это делаем, про то, как это делать правильно, вот, ну, то есть про то, как это делать верно, и про то, какие могут появиться трудности у всех, и про историю, как наша компания искала, собственно, тот самый стандарт, тот самый способ, как бэкендеры и фронтендеры должны общаться между другом, потому что у нас как бы наша программерская тусовка разделилась, вот, и теперь мы не все просто программисты, фулстек-программисты, мы фронтендеры, бэкендеры, и самая сложная часть, как и везде, это проблема взаимодействия, проблема интеграции, то, как мы общаемся. Так, погнали. Расскажу немножко о себе. Значит, меня зовут Алексей Авдеев, вот тут ссылочка на мой GitHub. Как и любой хороший разработчик, я уделяю внимание open source, вам советую. Тут можно посмотреть, чем я занимаюсь в свободное от работы время. Я сам из Нижнего Новгорода, поэтому привет всем, кто из Нижнего Новгорода. О, классно, ребят. Я переехал в Москву зарабатывать деньги и уже полтора года работаю в Москве. Компания называется Neuron Digital у нас. Мы занимаемся нейронками, и для нейронок мы делаем классный фронтенд. Интересный факт, название компании — это еще ее сайт. Вот, кто не знал, есть такой домен первого уровня .digital. Вот так вот наши креативщики назвали компанию. А помимо разработки, я еще немножечко team lead. Приходится еще заниматься немножко управлением. Я руковожу командой из 8 фронтенд-разработчиков. Программирую достаточно давно, застал древний интернет, когда компьютеры были большими, интернет был маленьким, когда отсутствие JavaScript никого не смущало, и все верстали сайты на таблицах. Вот. И сейчас мы выбрали для себя стек React, библиотеку, фреймворк, для кого, кому как больше нравится. И, собственно, мы строим основу нашей разработки вокруг React, при этом поглядываем в разные стороны. Что-то у нас есть на Vue. Вот. Сейчас хотим посмотреть магически исчезающие фреймворки. Вот такая новая модная тема во фронтенде. Будет доклад, кстати, на конференции. Советую сходить. И начать я бы хотел издалека с проблемы. Собственно, в чем же дело? То есть про что же я хочу поговорить? Что же мы решаем? Какую проблему мы решаем? Давным-давно, в 59 году, Сирил Паркинсон, не путать с Паркинсоном, это такой писатель, экономический деятель, он придумал несколько законов. Вот. Там были разные прикольные законы, например, то, что там расходы растут вместе с доходами и так далее. Вот. И один из законов, который он придумал, называется закон тривиальности. Согласно этому закону, время, потраченное на обсуждение какого-то пункта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме. Вот. А он был экономист, поэтому это все было в экономических терминах. Было сказано что-то вроде того, что если вы придете в совет директоров и скажете, что мне нужно миллион долларов на строительство атомной электростанции, скорее всего, обсуждаться этот вопрос будет гораздо меньше, чем выделение 100 фунтов на велосипедный сарай для сотрудников. Вот, потому что все знают, как делать велосипедный сарай. У всех есть какое-то свое мнение, все чувствуют себя важными, все хотят поучаствовать. А атомная электростанция, я напоминаю, это 55-й год, это что-то такое абстрактное, далекое, 10 миллионов тоже никто никогда не видел. Окей, вот, вопросов меньше. А в 99-м году закон тривиальности Паркинсона появился в программировании. Вот, программирование развивалось, вот, но в программировании он пришел как метафора. И в англоязычной литературе он в основном был. Назывался он как bike-shed эффект. Вот. По-русски это переводится как эффект велосипедного сарая. Вот. Просто интересно, поднимите руки, кто слышал вообще про эту историю. Класс, никто не слышал. В общем, запоминайте, есть такая штука. В общем, по сути то же самое, что велосипедный сарай мы готовы обсуждать и хотим обсуждать гораздо дольше, чем строительство самой электростанции. Вот. Термин в программировании ввел датский разработчик, они разрабатывали FreeBSD. Это такая старая древняя операционная система, она до сих пор много где работает. И они обсуждали то, как должна была работать функция sleep. Они обсуждали это все очень долго, это цитата из его письма.
Разработка тогда велась в e-mail переписках. И он говорит, что меня уже тошнит, я уже не могу читать этот тред. Вот, и у нас есть куча нерешенных задач, которые гораздо важнее. Вот, а мы тратим драгоценное время на то, чтобы решить, какие аргументы должна принимать функция sleep. Вот, давайте не будем заниматься велосипедным сараем. Вот уже что-нибудь с этим сделаем и пойдем дальше. Так он впервые в 99 году в англоязычную литературу ввел термин bike shed effect, эффект велосипедного сарая. И вот, по сути, его можно перефразировать вот так, что количество шума, создаваемого изменением каким-то в коде, обратно пропорционально сложности этого изменения. Чем проще вещь какую-то мы хотим добавить или изменить, тем больше мнений по поводу этой вещи мы должны выслушать. Соответственно, я думаю, многие с этим встречались. Да? То есть, если мы хотим… Самый простой вопрос, там, как именовать переменные. Да, короче, это без разницы, как именовать переменные. Это будет работать. Для машин это без разницы. Но то, сколько хули-холиваров вызывают эти вопросы, вот, оно просто огромное. Вот. А какие-то серьезные, действительно важные вещи, для бизнеса важные, они, ну, не обсуждаются. То есть они как-то там идут фоном. Вот. И, соответственно, я хочу вас спросить, как вы думаете, что важнее, то, как мы общаемся между бэкэндом или фронтендом, или бизнес-задачи, которые мы делаем? Вот, ну, как-то так я вас спросил, в общем, я сам отвечу. Все считают по-разному. Вот. Но любой грамотный заказчик, любой человек, который ждет от вас, что вы принесете ему деньги, скажет, сделайте мне уже наши бизнес-задачи. Ему абсолютно пофигу, как вы будете передавать данные между бэкэндом и фронтендом, и, возможно, он даже не знает, что такое бэкэнд и фронтенд. Вот. Поэтому для заказчика гораздо более важны бизнес-задачи. И подытожить вот такое вступление я хотел бы утверждением, что API — это велосипедный сарай. Вот, вот такой вот суперслайд. А еще велосипедный сарай — это все те вещи, вокруг которых мы холиварим. Вот, они не важны. Вот, это было вступление. А теперь, значит, как вообще вот с этой штукой бороться? Поскольку термин появился, поскольку уважаемый Сирил Паркинсон его тоже ввел, это много где обсуждалось, и программирование — такая новая сфера. Вот, мы как-то это не знаем. Оказывается, вот такого эффекта можно легко избежать. Вот здесь будет несколько пунктов. Первый пункт — это не слушать советы. Ну, как вам? Я думаю, так себе вообще идея. Вот, если не слушать советы, можно наворотить, особенно в программировании, такого. А если это начинающий разработчик, то будет тоже не очень хорошо делать так, как вы хотите. Я художник, я так вижу. Можно ничего не читать, просто вот что-то разрабатывать. Тоже, я думаю, таких примеров было. Никакого байкшот-эффекта, все делается то, что нужно, но на выходе появляются очень странные вещи. То есть это, вот, мне кажется, можно встретить во фрилансе, те, кто там разные вещи в WordPress. Я думаю, многим приходила задача, которую делал какой-то другой разработчик, и вам потом нужно за него доделать. И вот, возможно, он делал так, как он видел. Можно просто спросить себя, важно ли это. Если это не важно, то просто не обсуждать. Но это вопрос личного сознания. Четвертый пункт, и про него я как раз буду говорить в своем докладе. Чтобы избежать эффекта велосипедного сарая, можно использовать какие-то объективные вещи, которые объективно скажут, что лучше. Вот, они существуют. Вот, а в нашей компании, я вообще обожаю этот пункт, просто не говорить о том, о чем не хочешь слушать советы. Короче, все наши начинающие бэкэнд-разработчики — интроверты. Ну, так вышло. И очень часто какие-то вещи, которые они делают, они просто нам не сообщают, и мы потом в процессе такие, просто ее находим, и такие, блин, ребята, а что же вы не сказали нам про это? То есть просто, чтобы не городить какой-то лишний холивар, так можно делать. Это работает. Но тоже в программировании не самая лучшая вещь. Если вас не волнует эта проблема, ее можно просто отпустить или выбрать любой из предлагаемых вариантов, которые в процессе холиваров возникли. Итак, я бы хотел поговорить про объективные инструменты для решения эффекта велосипедного сарая. Нам нужен anti-bike shedding tool. Вот. И для того, чтобы продемонстрировать, чем является, что такое anti-bike shedding tool, вот, я хочу рассказать небольшую историю.
Давайте представим, что у нас есть начинающий бэкэнд-разработчик. Он недавно пришел в компанию, и его посадили спроектировать небольшой сервис, небольшой бложек. А проектировать этот небольшой бложек ему сказали: напиши REST протокол, RESTful API, при помощи которого ты спроектируешь небольшой бложек. На этом слайде лицо Роя Филдинга, улыбающийся, который придумал REST. Вот. А REST — это такая довольно сложная штука. Это набор архитектурных принципов, которые говорят нам, как нужно проектировать REST протоколы, REST API, RESTful сервисы. И эти архитектурные принципы, они достаточно абстрактные, они достаточно сложные. Я уверен, что никто из вас ни разу не видел полностью сделанного по всем RESTful принципам, полностью RESTful API. Вот. Рой Филдинг защитил диссертацию, и более того, он вообще придумал HTTP. По сути, он является одним из основателей интернета. То есть это умный очень человек. И в 2000 году он диссертацию защитил, появился термин REST. Вот. Я думаю, все знают, что такое REST. Поехали. Сейчас я покажу несколько требований к REST-протоколам, на которые я потом буду ссылаться и опираться. Вот. Их там довольно много. На Википедии можно почитать про это подробней. Итак, самый главный принцип REST, то есть нашего с вами с бэкэндом взаимодействия. Бэкэнд по REST является сервером, фронтенд является клиентом. И мы общаемся в формате клиент-сервер. Есть еще мобильные разработчики, они тоже являются клиентом. Есть еще, не знаю, разработчики под часы, под холодильники, другие сервисы, они тоже являются клиентами. То есть RESTful API — это сервер, вот, и к нему ходит клиент. Обязательно на сервере должно отсутствовать состояние. То есть все, что нужно для ответа, приходит в запросе. Этот принцип очень часто нарушается. То есть когда на сервере хранится сессия, и в зависимости от этой сессии приходят разные ответы, это нарушение принципа REST. И один из ключевых, один из базовых принципов, по которым должны строиться REST API, это единообразие интерфейса. Он включает в себя пункт про идентификацию ресурсов. Это то, как мы должны строить урлы. То есть есть понятие ресурс. По REST мы ходим за каким-то ресурсом. Если у нас это статья, мы ходим за статьями. Если это комментарии, за комментарии, пользователи за пользователями. Вот. И REST возвращает нам конкретный ресурс. Ресурсами манипулируем через представление. Ну, то есть сервер возвращает нам какое-то представление, оно отличается от того, что в базе данных лежит, вообще без разницы, там, где вы храните MySQL, Postgres, у нас есть представление. Сообщения самоописываемые. Ну, то есть в нем лежит ID-шник, в нем лежат ссылки, откуда можно это сообщение еще раз получить. То есть все, что нужно для того, чтобы еще раз работать с этим ресурсом, пришло. Вот. И супер штука, ни один REST API, мне кажется, ее не делает, но она описана и Роем Филдингом проговорена, это гипермедиа. Вот. Это ссылки на следующие действия с ресурсом. Итак, вот эти вещи, я про них буду дальше рассказывать. Вот. Я буду к ним возвращаться, я буду говорить, что смотрите, а вот это не по REST, а вот это нарушает вот этот принцип. Их еще здесь достаточно, ну сколько, еще три. Вот. Я их просто убрал. Вот, потому что они не важны для моего следующего доклада. Итак, вернемся к нашему молодому начинающему бэкэнд-разработчику, которого попросили сделать сервис для блога на RESTful. Вот, я нашел какой-то пример прототипа, вот, чтобы все понимали, что такое блог. Вот, потому что мне сказали, что, может быть, не все знают, что такое блог. В общем, он может выглядеть вот так вот. Это сайт, на котором есть статьи. Статьи можно комментировать. У статьи есть автор, у комментария есть автор. Вот. Ну, в общем, вот эта вот вся история такая стандартная, на мой взгляд. И наш начинающий бэкэнд-разработчик будет делать RESTful API для этого блога. Понятно, да? То есть мы работаем со статьями, с комментариями. Вот. И я сейчас буду на основе этого все показывать. Ну, вот так вот он может выглядеть в глазах опытного разработчика, когда он только-только пришел на работу. Несложно нагуглить, что со всеми данными мы работаем по принципу CRUD, что с любым ресурсом мы должны иметь возможность его создавать, читать, обновлять, удалять. Вот, это база. То есть, чтобы
чтобы можно было статьи создавать, читать, добавлять, удалять. Давайте попробуем попросить нашего бэкэнд-разработчика по вот этому принципу CRUD построить RESTful API. Например, соответственно, я повторюсь, ему нужно будет создать статью, получить список статей, то есть написать методы для того, чтобы это можно было сделать, получить конкретную статью, обновить какую-то статью и удалить статью. И вот давайте посмотрим, как он мог бы это сделать. Например, метод на создание статей мог бы выглядеть вот так вот. То есть get-запрос на путь create article. Почему нет? А, получение списка статей get articles list. А, получение конкретной статьи вот так вот можно сделать. Get-запрос article slash get by ID. Классно. Создание, обновление. Get articles update, new title и удаление. Кто может сказать, что здесь не так? Все не так. А знаете, что самое интересное? Что? Относительно как? Ну, то есть для всего. Относительно вот построения REST. Ну, относительно вообще всех принципов REST. Да, и самое. Ну да, здесь все неправильно, все неправильно. То есть режет глаз, вот течет просто кровь, когда вы это видите. Что самое интересное, это работает. Я реально получал API-шки, которые выглядели примерно таким образом. То есть, ну, еще жестче было. Это я так что-то из головы тут недавно придумал. Какой-то плохой пример. Вот. Так вот, для заказчика это велосипедный сарай. А для разработчиков это повод похоливарить, поспорить. А для начинающего разработчика это просто огромный дивный новый мир, на котором он каждый раз спотыкается, падает, разбивает себе голову в кровь, ему говорят: переделай, переделай, опять неправильно, опять неправильно. Вот. А, соответственно, сейчас будет правильный вариант, чтобы вы меня не сфоткали рядом с этим слайдом, типа вот так вот. А, правильный вариант, значит, соответственно, по REST-у, по принципам идентификации ресурсов, мы работаем с ресурсами, мы работаем со статьями. Ресурс называется статьи, articles, и мы пользуемся HTTP-методами, это Roy Fielding, он создатель HTTP. Он не мог не использовать свою предыдущую работу в своей следующей работе. HTTP используем, поэтому метод post. Получаем статьи методом get с этого же ресурса, конкретную статью по ID-шнику получаем. То есть ресурс слэш конкретный ID-шник. Обновляем статью методом patch. Вот. Многие используют метод put. У них немножко разная семантика. Вот. Я объясню. Patch метод, он обновляет те поля, которые были переданы, а put он просто берет и заменяет одну статью на другую статью. То есть если patch — это merge, вот такой термин, то put — это replace, ну вот по семантике. Вот. Delete. Методом delete, HTTP метод delete, мы удаляем статью. Собственно, вы тут можете фоткать. Вот. Это такой правильный пример. Так, собственно, надо делать. И наш начинающий бэкэнд-разработчик упал, его подняли, сказали: чувак, все в порядке, вот так вот сделай, так будет. Он переделал, он честно переделал. Но дальше его ждет огромный большой путь через терни. Соответственно, почему так правильно? Вот. Ну, потому что так сказал Roy Fielding, потому что это REST, потому что это архитектурные принципы, на которых строится наша профессия сейчас. Однако это велосипедный сарай. Будет работать и тот способ. Потому что компьютеры общались до REST-а. Это все работает. Вот. Но у нас сейчас в индустрии появился стандарт. Вот. Давайте пример с удалением статьи я вам покажу. Допустим, есть метод delete articles, нормальный, ресурсный. Мы удаляем статью по ID-шнику. HTTP содержит заголовки. Заголовок accept принимает тип данных, который хочет клиент получить в ответ. Сервер возвращает, наш джуниор написал такой сервер, он возвращает 200 окей, content type application JSON и передает пустой body. Вот. Какая здесь допущена ошибка? Пустой body, да, это очень частая ошибка. Ну, вроде бы все логично, статья удалена, 200 окей. Вот. Присутствует заголовок application JSON. Клиент, скорее всего, упадет, то есть он выкинет ошибку, потому что вот этот пустой body — это невалидный JSON. Кто когда-то пробовал парсить пустую строку, с этим сталкивался.
Любой парсер JSON на этом падает, спотыкается. Как можно было бы исправить эту ситуацию? Что? Ну да, да, короче, да, вы правильно говорите. Самый, наверное, лучший вариант — это было бы передать JSON все-таки. Если мы заявили, что accept, отдай нам JSON, сервер говорит, content type, я вам отдаю JSON, отдайте JSON. Пустой объект, пустой массив, что-то туда положите, success, ok. Окей, это решение, это будет работать. Junior про это не знает. Это дивный новый мир. Еще есть решение, помимо 200 ok, есть код ответа 204. Вот, 204 no content. Вот, с ним можно не передавать тело. Вот. Про это тоже люди не знают. Вот. Так я подвел к медиатипам. Что такое медиатипы? Медиатипы — это как расширение файлов, только в вебе. Когда мы передаем какие-то данные, мы должны сообщить или запросить, какой тип мы хотим получить в ответ. По умолчанию это text plain, просто текст. Если ничего не указано, то браузер, скорее всего, будет иметь в виду octet stream, просто поток бит. А еще мы можем просто вот сказать, какой конкретный тип. А кто никогда не видел заголовок content type и accept, он есть, он важен. Вот. Обязательно API и клиент должен его передавать. Если у вас API построен на JSON, передавайте всегда accept JSON и content type application JSON. Вот. Пример. Это типы файлов. Медиатипы аналогичны этим типам файлов, только в интернете. Следующий пример нашего junior backend разработчика, его приключений, это коды ответов. Я нашел смешного кота и смешной код ответа 200 ок. Его все любят. 200 ок — это все, что, короче, прошло правильно. У меня даже был случай, мне приходили ошибки 200 ок. Ну, то есть реально там на сервере что-то упало, в ответ в респонсе приходит HTML-страница, на которой написано сверстана в HTML ошибка. Я запрашивал application JSON с кодом 200 ок. Я думаю, блин, а как с этим работать? Ну, идешь, индекс of, по респонсу, ищешь слово ошибка, считаешь, что это ошибка. Это будет работать. Однако в HTTP существует много других кодов, которые можно использовать, и по REST-у Roy Fielding рекомендует их использовать. Например, на создание какой-то сущности, на создание какой-то статьи можно ответить 201 created. Это тоже успешный код. Статья создана, created. В ответ надо вернуть эту статью, которая создалась. Accepted означает, что запрос был принят, но результат его будет когда-то позже. То есть это какие-то долгоиграющие операции. На accepted можно не возвращать никакого body. То есть если вы content type в ответе не отдаете, то и body тоже может не быть. Или content type text plain, все, никаких вопросов. Пустая строка — это text plain, это валидный text plain. 204 no content, я про него говорил. Тело может вообще отсутствовать. 403 — это уже пошли ошибки. 403 — вы залезли куда-то не туда, или вам нельзя создавать эту статью. 404 not found — это как раз вы залезли куда-то не туда, нет такого пути, например. 409 — конфликт. Вот. Такой крайний случай, его мало кто использует. Это бывает нужно, если вы на клиенте генерируете айдишники. То есть не backend генерирует айдишники, а это клиент generated айдишники, а кто-то в это время уже успел создать такую статью. Конфликт. Это правильный ответ. Следующий пример. Создание сущности. Мы создаем сущность, говорим content type application JSON и передаем этот application JSON. Это вот делает клиент, это делает наш фронтенд. Вот такой объект ушел. Айдишник 1, title про JSON API. Допустим, я хочу написать статью про свой доклад. Вот, вряд ли это буду делать, я ленивый очень. Но допустим, в ответ может прийти код 422, необрабатываемая сущность. Ну, вроде все здорово, семантика, есть код. 403 forbidden, 500 internal server error. Но абсолютно непонятно, что конкретно произошло. То есть какая сущность необрабатываемая, почему мне туда нельзя, и что в конце концов случилось с сервером. Обязательно, и об этом джуниоры не знают, обязательно в ответ возвращайте ошибки. Это семантично, это правильно. И про это, кстати, не писал Fielding. То есть это штука, которая была построена поверх REST,
и придумано уже после, вы можете в ответ, бэкэндщики, можете в ответ вернуть вот такой вот массив с ошибками. Их может быть несколько. У каждой ошибки может быть свой статус, title. Это здорово, но это уже идет на уровне соглашений. То есть REST к этому никаким боком. Видите, мы уже какие-то формируем какую-то систему соглашений поверх REST-а. Вот. И она нам нужна. И это может быть нашим anti-bike-shading инструментом, anti-bike-shading тулом, чтобы перестать спорить, а делать сразу хороший и правильный API. Следующий пример. К нашему начинающему бэкэнд-разработчику приходят дизайнеры и говорят, нам, у нас много статей, нам нужна поджинация. Вот. Мы нарисовали вот такую поджинацию, она у нас на макетах есть. Вот, давайте ее немножко подробнее рассмотрим. Что здесь бросается в глаза? Но я когда это увидел, я увидел, что 336 страниц. Я думал, боже мой, как же я эту цифру вообще получу? Откуда взять вот это 336? Потому что на запрос списка статей мне приходит список статей. Окей, их там 10 тысяч. То есть мне надо загрузить все статьи, поделить на количество страниц и узнать. Ну, типа, очень долго я буду грузить все эти статьи. Надо способ получить, как-то быстро получить количество записей. Но если наш API отдает список, то куда это количество записей вообще засунуть? Потому что в ответ приходит массив статей. Там количество записей просто никуда не ставится. Его надо, блин, в каждую статью добавлять, чтобы каждая статья говорила, что о нас всех столько-то. Однако есть опять же соглашение поверх REST API, который эту проблему решает, и джуниоры про него не знают. Запрашиваем список статей, 200 окей, и вот так вот он сейчас отдается. Это неправильно. Это не расширяемо. Почему? Я сказал почему. Потому что полностью количество записей получить таким образом нельзя. Как делать правильно? Во-первых, можно сразу использовать get-параметры для поджинации. Размер текущей страницы и номер текущей страницы, чтобы нам отдался ровно тот кусок той страницы, которую мы запросили. Это удобно. А в ответ можно не сразу пихать массив, а добавить дополнительную вложенность. Например, ключ data будет содержать массив, данные, которые мы запросили, а ключ мета, которого до этого не было, будет содержать общее количество. Это очень круто. Таким образом, API может дополнительную информацию возвращать. Вот. Помимо каунта, там может быть еще какая-то информация. Это расширяемо. Таким образом, вот сейчас, вот, если джуниор не сделал так сразу, а сделал так только после того, как нас попросили сделать поджинацию, то он совершил обратно несовместимые изменения, он сломал API. И все клиенты должны переделываться. Это очень больно обычно. Поджинации бывают разные. Тоже такие лайфхаки, советы. Можно использовать offset limit. Те, кто с базами данных работают, возможно, у вас на подкорке уже этот offset limit, и вместо page size, page number вам будет это проще. Немножко другой подход. А еще можно использовать курсорную поджинацию. Кто про нее не знает, я вам расскажу. Курсорная поджинация использует указатель на сущность, с которой нужно начать подгружать записи. Например, она очень удобна, когда вы используете поджинацию или подгрузку в списках, которые часто меняются. Допустим, в наш блог постоянно пишут новые статьи. И третья страница сейчас — это не та же самая третья страница, которая будет через минуту. А перейдя на четвертую страницу, мы на ней получим часть записи с третьей страницы, потому что весь список сдвинется. Вот. Эту проблему решает курсорная поджинация. Мы говорим, что подгрузи нам статьи, которые идут после статьи, опубликованной в это время. Никакого сдвига уже быть не может чисто технологически. Это круто. Следующая проблема, с которой обязательно столкнется наш джуниор-разработчик. Проблема N плюс 1. Бэкэндеры поймут. Проблема заключается в следующем. Фронтендер для вас. Допустим, нужно вывести список из 10 статей. Мы загружаем список из 10 статей. У каждой статьи есть автор. Для каждой статьи нам нужно загрузить автора. Мы один запрос отправляем на получение списка статей и 10 запросов отправляем на получение каждого автора. Итого мы делаем 11 запросов, чтобы вывести этот небольшой список. На бэкэнде эта проблема решена во всех ORM-ах.
Надо только не забывать дописывать эту связь. Эти связи можно использовать и на фронте. Делается это следующим образом. Добавляем связи. Можем использовать специальный get-параметр, назвать его include, как на бэкэнде, говоря, какие связи нам нужно загрузить вместе со статьями. Допустим, мы загружаем статьи, и мы хотим вместе со статьями сразу же получить еще их автора. Content type, application JSON. Я его не забываю. Ответ выглядит вот так вот. Data, мы его уже добавили. В data лежит в специальный ключ атрибуты статей были перенесены. Это собственные атрибуты. И был добавлен ключ relationships, это связи. И в этот ключ мы кладем все связи. Автор Авдеев, это я. Вот. Таким образом, одним запросом мы получили все те данные, которые до этого получили 11 запросами. Это крутой лайфхак. Вот. Он решает очень хорошо вот эту проблему с N+1 на фронтенде. Проблема с дублированием тоже может возникнуть у нашего джуна. Если, допустим, объект с автором очень большой, допустим, у меня очень длинная фамилия, которая занимает мегабайт, тогда 10 включений меня в ответ — это будет 10 мегабайт. Вот. Это, ну, я-то одинаковый, то есть все объекты одинаковые. Поэтому решается это… Значит, проблема. Один автор у нас включен 10 раз, 10 мегабайт. Есть штука такая, как нормализация. Вот. Она используется в базах данных. На фронтенде, в работе с API, мы тоже можем использовать эту нормализацию. Это очень здорово. Смотрите, мы помечаем все сущности каким-то типом. Ну, это тип репрезентации, тип ресурса. Рой Филдинг ввел понятие ресурса. То есть запросили статьи, получили статьи, article. А в relationships, вот тут вот relationships у меня свернут, а вот тут вот в relationships мы кладем ссылку на тип people. То есть ресурс people у нас еще где-то лежит. А сам ресурс people мы уберем в отдельный ключ included, который лежит на одном уровне с data. Таким образом, все связанные сущности в единственном экземпляре попадают в специальный ключ included. То есть они схлопнулись. Мы храним только ссылки, а сами сущности храним в included. Вот. Размер запроса уменьшился. Такой лайфхак. Начинающий джун бэкэнд про это не знает. Он это узнает потом, когда нужно будет сломать API, когда придет клиент и скажет, неправильно, нам так не подходит. Следующий лайфхак. Допустим, нужны не все поля ресурса. Тоже классно, это решается. Мы можем при помощи специального get-параметра указать, через запятую перечислить, какие атрибуты собственные нужно вернуть. Например, статья очень большая, очень объем. Есть контент, есть поле контент у статьи. Там, вот там мегабайт может быть. А нам нужен список заголовков вывести, нам не нужен контент в ответе. Вот. Мы говорим, что верните нам title. Можно написать запятая и там publish it at. Еще дата публикации нужна. Все. В ответ придет, в attributes придет два поля. Это соглашение. Его можно использовать, это очень круто. Нужен поиск. Это вообще самый частый вариант, когда нам нужны какие-то поиски, нам нужны какие-то фильтры. Специальный get-параметр filters. Туда кладем. Загрузить статьи с определенной даты. Загрузить статьи, которые только опубликованы. О, здесь ошибка, кстати. Айдишника быть не должно. То есть slash articles просто. Загрузить статьи с автором номер один, с первым автором. Это фильтры, это соглашение, так можно делать. Допустим, нужна какая-то сортировка. Вот здесь тоже айдишника быть не должно. Сортируем статьи по заголовку. Сортируем статьи по дате публикации. Сортируем статьи по дате публикации в обратном направлении. Просто добавляем минус. Сортируем статьи сначала по автору, а потом по дате публикации в обратном направлении, если статьи у одного автора. Нужно поменять URL. Вот эта штука — это гипермедиа. Я про нее рассказывал в начале. Это та вещь, которую мало кто делает, но она тоже бывает нужна. Гипермедию можно сделать следующим образом. Если мы хотим, чтобы объект был самоописываемый, ресурс был самоописываемый, и клиент мог бы по гипермедиа понять вообще, что с ним можно делать, и сервер мог бы развиваться независимо от клиента, то можно добавлять ссылки на список статей, на саму статью при помощи специальных ключей links. Вот. Или related, если мы хотим подсказать клиенту, как загрузить комментарии к этой статье. Related. Клиент берет ссылку, по ней переходит, видит, что ссылка есть, переходит, загружает коммент. Если ссылки нет, значит комментов нет.
отображаем нет комментов. Это удобно. Тоже. Но так мало кто делает. Филзенк это придумал, но не все принципы REST, они зашли в нашу индустрию. В основном мы пользуемся двумя-тремя. Вот. Если все, что я вам рассказал, вот эти вот все лайфхаки, объединить в спецификацию, ее зарегистрировать как новый медиатип поверх JSON, это было сделано в 2013 году уже, то сейчас 18, уже 5 лет, как вот эта вся штука уже описана. Ее писал Стив Клебник. Вот, и она называется JSON API. То есть вот это сейчас наш junior backend-разработчик постепенно, эволюционируя, пришел к JSON API. Вот. И немножко про, собственно, саму JSON API я как бы так подвел. И вот он есть. И вот у него есть сайт. И на этом сайте все это описано. Даже есть список реализаций. А этих реализаций порядка 170 на сайте. Это awesome JSON API list, про который было в предыдущем докладе. Можно оттуда брать. 32 языка программирования, уже написаны библиотеки, уже написаны парсеры, сериализаторы, какие-то бэкэндерские сериализеры, что там используется. Вот. Это только что есть в каталоге. Поскольку эта штука open source, в нее все вкладываются. Я в том числе что-то сам написал, я это туда не добавил. Уверен, много таких людей есть. Вот, и можно по гитхабу поискать. Вы можете сами добавлять туда. PR welcome. В общем, какие проблемы решает вот эта вот спецификация? Во-первых, это общее соглашение для всех. А если у нас есть общее соглашение, то мы не спорим внутри команды. Вот, велосипедный сарай задокументирован. У нас есть соглашение, как красить велосипедный сарай и из каких материалов делать велосипедный сарай. И теперь, когда разработчик делает что-то неправильно, я это вижу, я не начинаю дискуссию, я кидаю ссылку на спецификацию, говорю, не по JSON API. Меня ненавидят в компании, но мне кажется, уже все привыкли, и JSON API всем постепенно начал нравиться. И когда мы делаем новый сервис, по умолчанию он уже делается по вот этой спецификации. У нас есть ключ data. Мы готовы добавлять ключи мета, include вообще легко. Для фильтров, filters. Это зарезервированный get-параметр. Все, мы не спорим, как назвать фильтр. Мы используем эту спецификацию. Там описано, как урлы делать. А поскольку мы не спорим, мы делаем бизнес-задачи. Вот. У нас спецификации описаны. Бэкэнд-разработчик прочитал, сделал бизнес, ну, сделал API, мы его прикрутили, все, заказчик счастлив. Популярные проблемы уже решены. Я показал вам, какие проблемы могут возникать с ломанием, с поджинацией. Они уже решены. То есть тут много подсказок, и в принципе он прост. Ну, ничего же сложного, да, что вот я показывал. Ничего сложного. И довольно лаконичен. Поскольку это JSON, спасибо Дугласу Крокфорду за этот формат. Он лаконичный XML. Его довольно легко читать, и это open source. Ну, тут непонятно, плюс или минус, но я люблю open source. Из минусов. Ну, для фронтендеров надо парсить ответы. Видите, объект разросся, data, attributes, relationships, included. Боже мой, это же надо уметь перебирать массивы, ходить по объекту и знать, как работает reduce. Не все это знают. Это сложные вещи для начинающих людей. Есть библиотеки, сериализаторы, десериализаторы, можете пользоваться ими. Но вообще это просто работа с данными, но объекты большие. Ой, бэкэнда начинается боль. Я быстро пробегусь. Контроль вложенности, include можно залезть очень далеко. Запросы к BD строятся иногда автоматически и получается какая-то жесть. Безопасность, то есть можно опять же залезть в какие-то дебри, если какую-то библиотеку подключить. У нас почему-то не все смогли прочитать спецификацию, она на английском. Это кого-то отпугнуло, они обленились, я не знаю. Но постепенно все привыкли, и не все либо реализуют спеку хорошо, это проблема open source. Моя либо тоже там что-то косячит, но для меня она подходит. Подводные камни. Сейчас немножко хардкора, просто тоже быстро пробегусь. Если мы делаем include, запрашиваем статьи, добавляя к ним комментарии, тут единички быть не должно, то в ответ нам придут все комментарии этой статьи. Хотя нет, единичка может быть, ну, если это конкретная статья. Все комментарии, 10 тысяч комментариев, 10 тысяч комментариев получи. То есть таким образом мы что-то сделали запрос, и нам пришло в ответ, ну реально там 5 мегабайт. Мы такие, елки-палки, а что делать-то вообще? В спецификации так и написано. Вот. Правильно запрос переформулировать. Мы запрашиваем комментарии с фильтром по статье и говорим 30 штучек, пожалуйста, отдайте. Можно получить только конкретно 30 штучек. Неоднозначность, это она и есть.
Одни и те же вещи можно неоднозначно сформулировать. Запрашиваем статьи с комментариями. А статью с комментариями запрашиваем комментарии к статье. Или запрашиваем комментарии с фильтром по статье. Это одно и то же. Это одни и те же данные, которые получаются по-разному. Возникает некоторая неоднозначность. Это подводный камень, его сразу не видно. Он под водой. Полиморфные связи один ко многим. Очень быстро. Все связи вылезают в REST. На бэкэнде у нас есть полиморфная связь commentable, она вылезает в REST. Так, в принципе, и должно произойти. Ее можно замаскировать. В JSON API ее фиг замаскируешь, она вылезет. Связь многие ко многим с дополнительными параметрами. Тоже все связующие таблицы, они вылезают. Swagger, поднимите руки, кто пишет Swagger. Вас мало? В общем, Swagger — это вещь, это документация. Допустим, нашему бэкэнд-разработчику попросили написать документацию к своему API. Swagger — это интерактивный инструмент для написания документации. Вот, он его написал, и он хорошо пишется, если API простой. Если JSON API, Swagger фиг напишешь. Пример. Вот Swagger — это пример магазина животных из документации официальной Swagger. Каждый метод можно открыть, потыкать, посмотреть респонсы, примеры. Вот так выглядит пример модели, которую мы создаем. Это модель PET, у нее категория. Очень классный интерфейс описан. Все просто читается. Вот так выглядит создание модели JSON API. Вот, но это жесть. То есть мы уже… Нам нужно это data. В data что-то там с relationships. В include может содержать один из пяти типов модели. То есть Swagger уже можно написать. Можно. OpenAPI — очень мощная вещь, но сложно. Альтернатива. Есть спецификация у data. Она появилась чуть позже. Это the best way to rest, как заверяет официальный сайт. Выглядит следующим образом. Get-запрос, специальный заголовок с версией, второй специальный заголовок с версией. Ответ выглядит вот так вот. Application JSON расширенный. Вот. И вот такой вот объект. У data мы не взяли. Ну, во-первых, поскольку это то же самое, что JSON API, но он не лаконичный. Там огромные объекты. Там, мне кажется, еще сложнее все это читается. Он тоже вышел в open source. Вот. Но просто вот сложнее. Мы его рассмотрели, но брать не стали. Вот. Что с GraphQL? В докладе у меня там в резюме есть про GraphQL. Естественно, когда мы искали новый формат API, мы нарвались на этот жуткий хайп. Вот. И такие, блин, GraphQL. Ну, с точки зрения фронта выглядит все круто. Вот. Но нового разработчика не посадишь писать GraphQL, потому что нужно его изучить сначала. Это как SQL. Нельзя сразу взять и начать писать SQL. Надо хотя бы прочитать вообще, что это такое, пройти туториалы. И порог входа увеличивается. Эффект большого взрыва. У нас не было ничего. Мы воткнули GraphQL. У нас GraphQL, и мы с этим живем. Все. Все, никуда больше. Если в какой-то момент, через месяц, мы поняли, что GraphQL нам не подходит, а вот уже поздно. Уже все. Уже пишите костыли. С JSON API, о Data можно эволюционировать. Простейший RESTful, прогрессивно улучшаясь, превращается в JSON API. И спасибо Рою Филдингу за REST. Вот это именно его штуки. GraphQL вызывает ад на бэкэнде. Вот прям один в один, как и полностью подключенный JSON API, потому что GraphQL получает полный контроль над запросами. Это библиотека. И вам нужно будет решать кучу этих вопросов. Подробности можете почитать по этим ссылкам. Это спецификация. Там все подробно описано. Кто ищет какой-то стандарт для решения проблемы велосипедного сарая, вы можете зайти и посмотреть. Тут описано. Снизу еще есть RPC. Протоколы. В начале у меня доклада было немножко про RPC, но я это убрал. Вот. И я, в общем, вам рекомендую прекратить спорить по поводу велосипедного сарая, а взять какую-то anti-bike shading tool в качестве спецификации и просто делать API по какой-то хорошей спецификации. Вот, спасибо. Вот, да. И мне тоже сказали про книжку. Тоже там лучшему вопросу книжка. Если вопросов не будет, я и себя оставлю. Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос такой. Бэки легко согласились на это? Потому что я понимаю то, что, к примеру, использование фильтров, сортировок — это норма, и там многие библиотеки с таблицами это юзают, как бы, в принципе, нормально. Но филды инклюда — это прям адища на бэке. Да, филды инклюда адища. Спасло нас вот что.
Во-первых, Google сделали классную реализацию. Кто пишет на GoLang? Вот, у Google есть классная реализация, она лежит в организации Google на GitHub. Короче, у нас вот все взяли ее. А есть реализации для Ruby on Rails. Там, короче, все гораздо сложнее, да, там инклюдами можно наворотить. Вот, и ребята взяли, потом отказались. Вот, но чтобы вот сразу не пугать, не то, что мы берем библиотеку, и теперь эта библиотека рулит нашими запросами, а мы такие, типа, не знаем, что там происходит. В спецификации написано следующее, что это просто то, как, типа, вам нужно общаться, а реализацию можете сделать сами. Например, вы можете разрешить один-единственный include. То есть, чтобы к articles можно добавить был только автор. Сделать проверку, что если это include другой, мы кидаем, что там, 422 в ответ сразу. А если articles, то делаем код. То есть можно эти функции добавлять по чуть-чуть. Filters — это все агностик, то есть это не полный контроль. Не все фильтры, не все инклюды должны работать. Бэкэнд может ограниченное количество функций предоставить. Вот. Идея в том, что только мы вот этими данными перекидываемся. То есть спецификация про то, какими данными мы перекидываемся. А то, как это реализовано, это все агностик. Не, просто не мне полный. Кажется, здесь возникает такая проблема, то, что если начинать это делать, и фронту это прям в кайф, да. А бэк будет дико сопротивляться, и мы приходим вот к этой проблеме. Да. То, что это постоянное обсуждение, а давайте, а нет, не давайте. Знаешь, как выглядят? Мы такие говорим, у нас вот список статей с авторами, нам нужен include, а его нету сначала. Сначала мы не делаем JSON API, мы просто формат такой используем. Инклюдов нету, фильтров нету, поджинации нету. Мы такие, ребят, нужна поджинация для этого ресурса. Ребята такие, окей, у нас есть поджинацию. Все, там на следующий день слили merge request. Поджинация, да, мы такие, спасибо, поджинация есть. Нужен include, добавили include. То есть это все идет прогрессивно. Не, да, бэк сопротивляется, вот, но если это прогрессивно делать по чуть-чуть, то можно как бы сгладить вот этот вот взрыв вот этой вот нарушения безопасности от всего. Вот, ну и джуна-то особо не посадишь на такое. Джуна не посадишь, но ему можно дать спеку и кидать в него ссылки, пока он не просветлеет. Вот так вот. Так мы делаем. Спасибо за ответ. Джун будет тебя ненавидеть за такой подход. Но это работает. Спасибо за доклад. Вот REST, да, это про ресурсы и про их представление. Да. Вот можете что-то типовое посоветовать для сущностей многие ко многим? Фактически, да, это наша техническая реализация, и сущностей у нас там нет. Да. Вот какие-то типовые кейсы для многие ко многим предполагает вот JSON API или там вот JSON API заставляет нас, многие ко многим реализуются через связующую таблицу всегда. И хорошо, если эта связующая таблица, она имеет какую-то семантику. Например, у нас есть пользователи, есть, допустим, booking. Есть пользователи, есть отели, есть заказы. И пользователи связаны с отелями через заказы. Получается, каждый пользователь может много отелей, каждый отель много пользователей. Вот эта связь booking, book, резерв, это есть как бы связующая таблица. Она вылезает в REST. Мы хотим загрузить все отели, которые забронировал пользователь. Мы должны сначала для этого загрузить все буки, а потом загрузить всех пользователей. То есть какого-то вот возможности красиво это сделать нету. А если эта связующая таблица не несет семантики, то есть просто вот надо их связать, то техническая чистая тема, ее нет в предметной области, в принципе. Да, да, это все вылезет, и придется ее внести в предметную область, и тем самым предметную область немножко испортим. То есть появляются ресурсы вроде articles, comments. Ресурс для того, чтобы получить вот эту связь. Мы тоже с этим столкнулись, поняли, фигня какая-то, но пока не разобрались до конца. Может что-то, не знаю. Последний вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я хотел спросить, может, немножко не по теме. Как я понимаю, RESTful API — это о данных. А что, если мы хотим с сервера еще задавать клиенту какую-то логику? То есть, например, у нас есть сложная форма, и мы хотим как-то клиенту объяснять, что там надо, какие элементы, например, надо скрыть, какие не скрывать. То есть можно это как-то тоже в ответе засунуть, эту логику? То есть, например, если там он там отослал там в запросе, что был там выбрано какое-то значение, то сервер ему ответит, что вместе с остальными данными скажут, что там еще не отображает то-то, а отобрази там вот это.
Ну да, то есть вот если красиво это делать, то можно для этого использовать гипермедиа. Вот, я сейчас ее покажу. Вот. Например, сервер может предоставлять ссылки для каких-то действий, и если ссылки нет, то действие невозможно. Mm-hmm. Вот, это гипермедиа, это Fielding придумал, это в принципе в REST есть. Вот. А так, ну, мне кажется, это решается тем, что какие-то флажки, признаки уходят в атрибуты модели. То есть из visible, из commentable, из что-то там, true-false, true-false, true-false. Ну вот такая логика прямо в моделях. Mm. Наверное, так. А если по REST, то это гипермедиа, крутой инструмент. Вот. Вот я бы так делал. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Также хотелось бы вручить благодарность за выступление. Спасибо большое. И выбрать самый понравившийся интересный вопрос. Книга «Пиши, сокращай» уходит, видимо, бэкэндщик. Да? Бывший бэкэндщик. Ну да, про боль бэкэндеров. Собственно, мы с этим работаем. Вот хороший вопрос. Собственно, изначально доклад был как раз про боль бэкэндеров. И также небольшой сувенир. О, кружка. Класс. Спасибо.